Христос воскрес, и это событие навсегда должно запечатлеться в наших сердцах. В наших душах радость, которую никто не отнимет. Эту радость мы проносим сквозь всю свою жизнь, прославляя Бога и делами своими проповедуя Его славное воскресение. Последующая неделя после Пасхи называется «Светлой». Проникнутые светлой радостью, православные одесситы молились с архипастырем на торжественных богослужениях Светлой Седмицы. Обзорный сюжет наших одесских коллег продолжит выпуск. Светлая пасхальная радость всю первую седмицу после Пасхи по-особенному чувствовалась на богослужениях, которые возглавлял правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел. 8 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре было совершено богослужение вечера Пасхи. «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздиные, и вложу перста Моего в язвы гвоздиные, и вложу руку мою в ребра его, не ему веры». В светлый понедельник высокопреосвященнейший Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Троицком Одесском соборе в сослужении соборного духовенства. «Як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня Христос». И вечером, в понедельник, духовенство Одесской епархии поздравило правящего архиерея с великим праздником Пасхи. В Успенском монастыре была совершена пасхальная вечерня с акафистом «Воскресению Христову». «Христос воскрес, и смерть рыдает! Христос воскрес, и ад сеня вопиет! Христос воскрес из мертвых! Смерть и смерть поправ! И сущего гробих живот даровал! Христос воскрес, и смерть смертью смерть поправ! И сущего гробих живот даровал!» В светлый вторник Святая Церковь чтит Иверскую икону Матери Божьей. В Одесском Иверском мужском монастыре прошли праздничные богослужения. «Прошли дни, прошли ночи, и Господь воскрес из мертвых. Это была радость, которая наполнила сердце Божьей Матери, святый жен Мироносец. Она слышала голос своего Сына Бога, и Церковь Святая, утешение Царицы Небесной, воспевает в эти дни: «Ты же чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества Твоего». А в день почитания Касперовской иконы Богородицы, игумении нашего града и покровительницы всех, в Свято-Успенском кафедральном соборе архипастырь в сослужении викарных архиереев и духовенства епархии совершил литургию и крестный ход. Светлый четверг архиереи, духовенство и многочисленный народ для молитвы и пасхальной радости собрались в Ильинском монастыре. Христос воскрес, и 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 воскр